Особенности регулятора давления после себя 300 PR. Клапан 300 PR состоит из следующих элементов: корпуса, пилотного регулятора, мембраны, пружины, запорного диска и штока. Запорный диск имеет уникальную форму, благодаря которой происходит линейная характеристика регулировки во всем диапазоне работы. В клапане 300 PR отсутствуют трущиеся под углом части. Ось штока ходит строго вертикально, в результате потери на трении минимальны, исключается закусывание оси. Благодаря пилотному регулятору клапан 300 PR автоматически поддерживает заданный уровень давления на выходе, которое не зависит от давления на входе и колебаний расхода. Рассмотрим принцип работы клапана 300 PR. При увеличении давления перед клапаном поток воды по импульсной трубке устремляется к пилотному регулятору. В результате сжатия пружины пилотного регулятора открывается командный порт, и вода поступает в камеру над мембраной. Камера наполняется водой. Происходит выгибание мембраны в сторону седла регулятора. Запорный диск, связанный с мембраной посредством штока, перекрывает проходное сечение регулятора. Благодаря этому давление после клапана восстанавливается до заданного уровня. При уменьшении давления перед клапаном в пилотном регуляторе разжимается пружина. В результате этого происходит удаление воды из камеры над мембраной. При этом мембрана перемещается, и запорный диск приоткрывает проходное сечение клапана. Тем самым давление после клапана восстанавливается до требуемого уровня. Клапан 300 PR также поддерживает заданное в трубопроводе давление при изменяющемся расходе воды. При увеличении расхода воды давление в трубопроводе снижается. Нормализация давления происходит благодаря команде пилотного регулятора приоткрыть проходное сечение клапана. При уменьшении расхода воды давление в трубопроводе возрастет. Соответственно, регулирующий пилот даст команду на закрытие клапана, тем самым уменьшая давление до требуемого уровня. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.